другом хадисе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Инна миналлайль саат» – ночью есть один час. «Ла ювафикуха абд муслим» – какой бы мусульманин в этот час не совпало, «Ясалю Аллаха хайран илля атаху ияху» – в этот час, что бы он не просил у Аллаха, Аллаху Та'аля непременно даст этому рабу то, что он просит. Иншаллах. В другом хадисе говорится: «Ясалю Аллах хайра минат дунья валь ахират». Будет просить дуньял то, что хочет, или ахират тоже. Что бы ни просил для дуньяла и для ахирата, Аллаху Та'аля ночью, в эту ночь он даст ему это. И в комментариях говорят: «Вазалика фикуль» – это каждую ночь говорит это. Сподвижнику Абу Хурайра, ради Аллаху Анху, пророк, алейхиссаляту вассалям, завещание делает: «Я Аба Хурайра, о Абу Хурайра, атуриду антакуна рахматуллах алейка хайян ва майитан». Ты хочешь, чтобы рахмат Всевышнего Аллаха тебя сопровождала, когда ты живой и когда ты мертвый, то есть когда умрешь. «Ва макбуран ва мабьюсан». Ты хочешь, чтобы рахмат Аллаха с тобой было, когда ты в могиле будешь и когда ты воскреснешь после смерти. «Кум миналлайн». Ты встань ночью. «Фасалли». «Фасалли». И соверши два ракаат. «Ва анта туриду рида раббик». Ты делай этот намаз, желая довольства Аллаха. «Я Аба Хурайра, о Абу Хурайра, салли фи завая байтик». Ты соверши этот намаз в углах своего дома. То есть где-то скрытно, в углах своего дома. «Яку нуру байтик фи сама». Нур из твоего дома поднимется на небеса. «Кан нури кавакиб ван нуджум хинда ахли дунья». Как вот для дунянских людей, как планеты светятся на небесах, звезды светятся, вот так же твой дом будет сиять на небесах, говорит пророк, алейхиссаляту вассалям, завещая Абу Хурайра, радия Аллаху анху.